Нет, ой, прости, пожалуйста. Как же я такая неловкая. Да ничего страшного. Слушай, мы же с тобой так давно не виделись. Ты так на маму стала похожа. Кстати, про маму. Моя мама все время о тебе вспоминает. Готовит твой любимый суп и все спрашивает, когда Настя приедет. Ну вот. Ты не представляешь, что со мной случилось сегодня, когда я к тебе ехала. На улице моросило. Я подхожу к остановке и вижу, едет автобус. Я, как угорелая, несусь за ним. Он не останавливается. Я сажусь на остановку и жду. Прошло полчаса. Автобус так и не приехал. Думаю, как-то я уже слишком долго жду. И пошла пешком к электричке. Пока я шла, дождь зарядил еще сильнее. Я замерзла и промокла до нитки. В электричке всю дорогу сидела, стучала зубами. Выхожу из электрички, а дождь уже закончился. Птички поют, солнышко. Я иду по Невскому, народу тьма. А мне так хорошо, шикарно, замечательно. А ты сама часто на Невском бываешь? Там такая красота, вот я тебе отвечаю. Китайцы, правда, тьма, девушка, но ничего. Секундочку. Потом уже, когда я проходила обучение, благодаря моим... Эй!